Так, сейчас сходу баним медведя. Мультикасты сразу. Упал. Зачем то голема банить? Ну, баньте уже, ладно, под сейвы. Ну, блин, зачем голема банить? Неужели настолько имбовый голем? Ну, как бы, есть доля имбы, но, блин. Големом хоть поабузить можно. Фолоспармес сильно не поабузишь. Nature Profit. Дровочка. Куда можно собрать дровочку? Похищение ловкости, допустим. В максимальное похищение ловкости. Через Канин. У Канин есть талант. При нанесении урона ты воруешь ловкость. Короче, когда делаешь тычку, воруешь ловкость. Я хотел на медузе реализовать просто. Просто реализовать, попробовать. Или погнали в классического кентавра через миллион хп. Погнали. Через 3 миллиона хп. Его можно в Giant Strike пойти. За счет Double Edge увеличить силу и за счет трикова за трейда убивать. А есть ли в этом смысл? Кентавр через Giant Strike. По-моему, звучит как-то не очень. Потому что это увеличивает ловкость. На 100%. И как-то звучит, вот и когда ты увеличиваешь силу, потом при нанесении способности, при определенных обстоятельствах ты еще увеличишь ловкость. Как-то не звучит, как-то тупо. Звучит тупо. Он прям тупо. Даже не знаю, имеет ли смысл. Спид-демоны всякие. Спид-демон можно забустить, конечно, неплохо. Можно Винера забустить. Дисперсия. И опять скорот из. Почему вечно падает одно и душ? Сделай лютого танка. Ну, попробуем. Просто меня бесит то, что падает одно и то же. Ну что, нам перезагоним, что ли? Сразу забустил себе агоним, чтобы убивать за счет пассивки. Потому что там очень много этих колючек вылетает. А если много колючек вылетает, то значит дэмэдж от колючек быстро стакается и можно быстро убить. Очень быстро убить. Походу это надолго. Потому что он просто бьет с руки. А я что? Правильно. Я забанил медведя. Чел на ландруиде. Прощай лицо. Хотел бы увидеть жирнейшего неубиваемого танка. А ты чё? Правда что ли? Усь за жопку.
Он физа пошел. Ох, ё-моё. А это что, намек на Бристлбека, что ли? О, хрена. Никто не объяснит. Что происходит? Это намек на то, чтобы я собрал Бристлбека. На кентавре. Против Бристлбека. Опять же, с другой стороны, можно просто убивать дабл эйджем. Увеличить себе хп, увеличить себе сопротивление магии. Просто добивать одной способностью, все. За счет дисперсии у тебя снижение урона. За счет сопротивления магии у тебя защита. Ты жирный, ты херакаешь дабл эйджем, лицо исчезает. Может быть даже ваншотом. Я не понимаю, почему. Он бил в Untouchable еле-еле, а потом начал быстро бить. С чем это связано? Типа мом включил и все, да, типа... У меня мом, все, а я теперь... Как-то странно. Он там как бы увеличивает эту скорость, но что-то подозрительно быстро. Ну ладно. Момчик не спори, момчик имба. Что он так быстро умирал от него, не понял. Он подошел. А, это духи, я понял. Это духи, это все духи, это они. Это все они. Блин, он нашел отключение пассивок. Ты серьезно? Еще и через контрмагию играет. И как это выигрывать? Вангуешь спину? Да пока нету. Если ты повернешься спиной к Бристлбеку и колючки активируют ваши спины, схлопнется ли вселенная? Схлопнется все на свете, не только вселенная. Да тут на самом деле мне особого смысла нет идти в Голоспрей. Мне больше хочется просто танковать лицом и убивать дабл эйджем. Через пассивку дисперсию. Как бы согласен, но в кабилд прикольно, когда ты повернулся и кайфуешь. Полностью согласен, прикольно. Обидно за лондрейда. Он пошел физа. Я ему забанил медведя. Я так понимаю, он хотел пойти именно в медведя. Но опять же, может и быть. Я не уверен, но может быть. Все может быть. Блин, как это убивать? А, ты без шарда? Я понял. Чувак играет без шарда на медузе. С
есть реинкарнация без шарда. Походу, сильно забыл. Подожди, без колючек, получается, хайрбол не работает. Не, ну тут, конечно, да, если учитывать его сборку, он сильный. Тут я полностью согласен, конечно. Но если себя забустить, у него вряд ли получится тебя пробить, быстро пробить. Кажется, он даже поинтереснее смотрится в плане сборки. Да, но только его можно законтрить. Если он, конечно, энрич не нажмет. Если энрич нажмет, тяжелее будет законтрить. И то же самое Боруто можно законтрить спокойно. Кстати, там было обновление, что при использовании блэкхола, вешается на тебя сало. К силе возьмем, пожалуй, пока это, потом следующий талант уже левый, который будет увеличивать урон Double Edge. Ладно, пускай будет так. 15 к силе, пока что может быть и профитнее, может быть и нет. Ну ладно, взял. Ну что, у меня буст за силу как раз за счет шарда от Double Edge. У меня прирост 4-0. Плюс тарасочку докупить. Будет реально жестко. Но до сих пор без шарда. Чувак просто до сих пор без шарда. Бот сразу решил все кнопки слить. А как ты выбираешь ролики, которые выпустить, а которые нет? Я просматриваю свои записи. У меня же записи есть в трансляциях. Каждую трансляцию смотрю, какую я последнюю закидывал, и пересматриваю следующие. Просто захожу на трансляцию, пересматриваю. Не понравилось — не добавляю. Понравилось — добавляю. Все просто. Это очень удобно. Потому что если оставлять ролики на компе, места не хватит. А оставлять ролики на ютубе куда профитней. Ты в любой момент можешь найти что тебе нужно, выбрать и скачать легко. И оно хранится на ютубе вообще без проблем. Сколько угодно. О, она шард купила. А, вау, ничего себе. Давайте поставим, может быть, выиграй. Три человека поставил, так я сейчас миллион выиграю. Че, он сам себя убил? Он сам себя убил этим Кролл Старосом. Плюс 1800. Прекрасно, прекрасно.
почти. Ему почти. Его почти убило. Мне кажется, если бы я нажал Double Edge, его бы убило. Потому что я ему отключаю Borrow Time. Я просто боялся, что он сейчас нажмет Borrow Time, и я сам себя убью. У меня приятно сопротивление магии, но тем не менее Double Edge, чем больше силы, тем больше урона. И сопротивление магии пока что не то чтобы прям огромное. А Borrow Time... Borrow Time имба. Тут не поспоришь. Borrow Time... Слишком сильная кнопка. Но опять же, да, вот я отключаю Borrow Time, потому что это отключает пассивки, а Borrow Time сам не включится. Потому что ты его отключил, потому что написано пассивное. Ну, не направленное, но тем не менее, это пассивка. Она срабатывает только, когда она не отключена, и порог здоровья 400 не превысила. А если отключаешь за счет Viper Strike или любое отключение пассивок, нанесешь урон любой, и ты его убьешь. Любой урон, абсолютно любой. А тут длительность приятная, 6 секунд. Также и Брестелбек подошел, плюнул и пошел. Еще она сквозь БКБ проходит. Даже вообще изичная кнопка против Бреста. Тот же Апрор на этом, на правом Бресте тоже гениальная кнопка, потому что она и длится долго, и урон наносит неплохой, и отключает пассивки. А-а-а, блин. Тут, к сожалению, такую тушу пробить тяжело. Шесть стаков, погнали. На нахер, нормально. Союзные герои в радиусе 1200 также отражают атаки врага с эффектом способности ретолиит. Интересно, это работает на медведе? То, что написано «Союзные герои». Медведь — это, к сожалению, не герой, это Симон. Блин, ну тут, конечно, да. Два сейва идеально. Он может выжить на Enrage и нанести урон, может выжить на Battle Trance и нанести урон неплохой. Так что тут как-то надо, я не знаю, что делать. Пытаться искать сейф какой-то. Либо терпеть. Хорош Джаггер. Покрутился и сломался. Ну, конечно, первая кнопка Кролл Старс на Жигернауте, у которого 1.4 просто интеллекта, это тупо. Лучше криты взять какие-то, не знаю. Сколько можно кидать, алё? Блин, баскетболист. Тини-баскетболист. Не работает вместе со следующими способностями дуэли, Slate of Fist, Charge of Darkness, Devour. Подожди, что такое? Что такое Charge of Darkness? Чё-то я забыл. Ну а ваншот, нормально.
О, плюс 40% урона. Аль Пачино. Аль Пачино, дави. Да, Бристлбэк с этим, конечно, имба. С крутилкой. Тут практически любой танк с крутилкой имба. Чё он такого... Алло, чё он так сильно пробивает? Бристлбэк, живи, не умирай. У нас тебе там дэмэдж. Ты чё? Алло, в смысле? Нормально. Хороший урон. Не, ну, криты, урон... Снижение брони, это снижение армора. Что-то подозрительно много как-то. И у него приросты слабый, чемпион сильно не добавляет. Ну ладно. Это было жестко. Грибы как будто исчезают. Только появился, грибы такие тык-тык-тык-тык и испарились. Не, спину Бристлбека не дали. Спина Бристлбека. Фейс-шифт. Ну, фейс-шифт не то чтобы сильно, но прикольно. Фейс-шифт хотя бы можно поабузить. Это что такое, алло? С ума сошел, 3 целестила, алло, чел. Не знаю, что происходит, но я такое вижу впервые. Тут, конечно, с одной стороны прикольно, то, что целестил Яша... Усиливает на 50% восстановление маны. Это должно стакаться под моно-щит. Но ей дамажить особо нечем, ей терпеть нечем. А у меня урона много. Поэтому я и выигрываю. А меня не пробивает. Что? Ты просто испарился? Ну, тут конечно, да. Тут гениально. Хорош. Просто чел внезапно испарился. Что, YouTube лагает? Народ, не забывайте про лайки. Кто еще не влепил, лайки поставьте. Да сука! Ладно. Я хотел нажать, сука, фейс-шифт, а оно, блядь, не сработало, потому что баш, сука, сработал. Как это, сука, меня пробило? Объясните. Да, согласен, у него дохрена урона, но... Там нужно было фейс-шифт не уходить. Хотя у него дуэль. Ну тут идет баши, конечно, тоже, да, вот баш. Он же вроде не стакается, как... По-моему, эти баши не стакаются, башер и баш в зади. Тут, конечно, меня абсолютно насрать, то, что он меня выиграл. Вообще похую. Но,
Из-за чего я ору, потому что, блядь, он мне столько, этот дебил, блядь, сбил один стак винера. Вот это больше всего меня раздражает, когда у тебя что-то идет не по плану и все плохо. Ну, я понимаю, что не то чтобы плохо, но, тем не менее, это сволочь мне сбила один стак винера. Я не знаю, как он мне пробил. Просто, опять же, у него есть могущество, а есть дуэль. Логично, что урона до хрена. Но, сами понимаете, как пробить эту тушу? Оказалось, легко. Оказалось, он меня просто уничтожил. И я не смог фейшифт уйти, потому что он меня забашил. Последний момент. Фейшифт не откатился, и меня забашило, и все. Что-то он вообще не может нанести урон ничем. Надо бы хотя бы обратку взяла уже, что ли. Ну, серьезно. Хотя бы обратку. Это лаг, я охренеть. А можно не так сильно лагать, прошу тебя, игра. Что происходит, блин? У меня пинг 1500. Да. Наигрались. Опять просто прощай, интернет. Мы будем тебя помнить. Нормально. Ладно, раз уж мы силач, пойдем в силу. Мы же, видите ли, силач. Мы силач. Значит, мы идем в силу. Чтобы дамажить сильнее за счет ретолиейта. Я вот не знаю, пока огонь мне пока что не нужен. Пока что огонь мне нужен. Здорово. Нет, я сижу по Wi-Fi. Какой же мерзкий крип, серьезно. Просто мерзкий. Блин, это, конечно, дупа, но это под сейф против... против Джаггернаута с его сраным омнислэшем. Ну, тут не проблема в самом Wi-Fi. Тут проблема в провайдере. Wi-Fi тут ни при чем. Ясно, понятно. Мне советовали Инет напрямую просто подключить к ноуту. А как Wi-Fi? Как Wi-Fi пользоваться? Ты не думал об этом? Раздавать интернет с ноутбука такое себе. Лучше раздавать всем интернет за счет Wi-Fi. Просто остальные тогда вот сидеть будут палец сосать. А если отдельно подключать... Тут, конечно, я понимаю, что можно провести кабель с этого, но...
У меня такого нет, к сожалению. Блин, эти ваши брестлбеки со сноуболом. Тут весь прикол в том, что я не могу должного урона ему нанести. Вот вся проблема в чем. И это обидно. А, да? Он просто сдох, я понял. Он просто ливнул. Бывает. Он просто ливнул. Антимаг просто вышел. Ой, да. А как тебя убивать? Существо-то эдакое. А вот никак. Как? Ну, никак, все. Зачем меня убивать? Охренеть, там откуда там такой дэмэдж был? Там было 3000 урона, откуда? С чего бы? Я ничего не понимаю, откуда было столько урона? У него было 3000 урона, откуда? А, там стакается фокус. Нихрена себе стакается фокус. Ой, надо что? Алло, разработчики, вы что, с ума сошли? Нельзя так стакать. Там много. Нихрена себе. Здорово. Спасибо, спасибо.
Она просто сдохла бы, брат. Ой. Бретельейт сломалась. Да что с тобой такое, блин, чувак, ну что с тобой? Главное, блин, у тебя он не слэш, и ты такое творишь. Ну, ему, правда, нечем сбить. Ему нечем сбить миррор. Но у него есть свит слэш. Нажимаешь свит слэш и сбиваешь миррор. Все, изи катка. Ничего сложного абсолютно. Я просто сильно думаю, зачем... Зачем мне фейс-шифт? Потому что логично, фейс-шифт ни погоды не делать, я могу просто взять себе ветра и все. Ветра то же самое, что фейс-шифт, то же самое. Ну фейс-шифт развеять невозможно. Потому что ты туда ходишь и все. Блин, какого-то члена этот чувак первый завершает. Я хз как. Честно, хз. Он явно решил идти на победу, 100%. Этот чел явно решил победить, потому что он берет линку, он берет миррор. Это тактика победителя, но держать, опять же, держать пульс снова на бристлбеке неинтересно. Блин, такая туша летает каменная, ёпта. Лобби собрать? Ну давай попробуем собрать лобби. Джаггернаут просто вышел. Правильно, туда его, опять фейшифт. Задрали. Какой нахрен фейс-шифт, блин. Пароль пробил, да. И как-то догадался. Сопротивление магии на рандоме. Чего? Ладно, согласен. Тут Боротайм включается, а он испаряется. Мощно. Сейчас пиво только нальет. Ладно.
Кстати, тут против них точно ретелье ничем не поможет вообще. Просто ничем. Неужели он опять так же вассольет? Просто возьмет его точно так же. А, нет. А Боруто там не нажимается, да? В прошлый раз нажал, убил его. В этот раз... Не, не хочу, да? Да, зачем? Блин, чувак, задрал. Здорово. Да, изи. Плащи на силу, вот что, ебанулись? На рандоме. Просто вот бам, плащи на силу. На, нахуй. Я недавно начал эту кастомку играть, а как получить? Какие эффекты героя, как у тебя? Ну, те эффекты, которые у меня, это... За рейтинг дается. А, ты нашел отключение пассивок, да? А зачем? По-моему, это было легчайшее, просто изичное. Долго стримить буду? Не знаю, посмотрим. Может быть, как вчера, до 5 утра. Ждете меня? Ну, ждите. Подожди, если так. Не, ну тут согласен, да, можно взять ветерана войны. Типа броня, да, ветеран войны какой-нибудь. И... Допустим, вот так, первый ход. Я сам себя буду убивать. Нифига себе, там урона залетает.
Охренеть. Нормально там урона залетает, охренеть. За лобби. Да сейчас я вот же обужу винера. У меня с каждым стаком добавляется 1% урона. Я хочу посмотреть, насколько это сильно. Ты только в кастом куда играешь? Ну, пока да. Пока только в кастом. Ты первый раз меня смотришь? Понял. Кстати, как бы интеллект тоже немаловажен, но мне особого смысла нет держать ретальейт. Вот весь ретальейт, от него смысла мало. Да и контрспел тоже не особо смотрится. Ау, больно. Эти пробивают жестко. Shift. А чё меня так сильно трахать начали, алё? О, член. Меня уничтожают просто. Нечестно. Вроде немало брони. А пробивают страшно. Какое улучшение врожденное? Плюс один исходящий урон, когда ты проходишь первым. Единица увеличение на 1% исходящего урона, если дефаешь первым. Тут надо какой-то крест дазла, что ли. О, вот даже видно вот, по дракончикам, что они пробивают Golden Race. Почему эти дракончики пробивают так сильно? Потому что вот этот крип сраный. И он реально сраный. Он пробивает сквозь броню. У меня сейчас 15 стаков вина, 67% урона и 46% урона за счет своих же стаков. Как говорится, хотели танка, получите танка. А сколько здесь КД? 7,5. Жалко, что у меня нет подсейва, чтобы стакать свой дабл эйдж. Мне нужен какой-то блюр, что ли. Просто блюр для того, чтобы сейвиться. Но если я буду уходить в блюр, я буду 5 секунд для крипов невидим. О, эти тоже начинают пробивать. Хм, интересно. Ну, у тех больших у них стакается дэмэдж. Что-то как-то сильно стакается. Главное, даже еще куча бристлбека не выпала. Куча бристлбека было бы поприкольнее. Ну, блин. Ни подсейва, ничего, ни кучи, ничего вообще.
Enrage? Да тут хотя бы что-то, согласен. Ну, давайте посмотрим, сколько нанесет эта хрень урона. тысячи урона. Ну, прикольно, но... Но не то. Прикольно, но не то. А, даже эти пробивают, охренеть. Да блин, ничего не падает. Первый ход это просто какая-то лютая имба. 80% урона. Когда же закончится мой урон? 59% урона увеличено. Дабл H меняй. Я пока не хочу, у меня есть что менять. Я понимаю. Ты же видишь, у меня есть кнопочки, которые нужно менять. Я просто хотел как раз нужную кнопку, чтобы и Дабл H оставить, чтобы его юзать. Но если я сейчас заюзаю Дабл H, я просто сдохну. Не хватает защиты. Вот под Enrage'ом, да. Я бы выживал. Можно захавать жирного. А, серьезно? Них... Алло, как ты пробиваешь? Как он пробивает 100% защиты? Или тут не 100%? Там же вроде 100%. Как они меня пробивают? У меня 100% защита, или тут не 100%? Должно быть 100% защита. Чё они меня пробивают? Какая, по твоему мнению, самая сильная сломанная ветка развития танков из Summon? Да ты думаешь, я все помню? Самая сломанная... Если из того, что я сейчас быстро могу тебе ответить, это Soul Link. Soul Link, когда ты кнопки на себя нажимаешь. Soul Link реально сломанная тема. Булки Бенд? Да нет, Булки Бенд прикольно тем, что ее можно обузить в плане рекордов, если ты находишь именно нужный талант. Да-да-да, согласен, прикольно. А вот Soul Link, вот реально сломанная херня, просто сломана. Ты просто нажимаешь на себя кнопку, которая работает на твоих симонов. Это выглядит... Просто как-то слишком сломано. Да, у меня уже два шорца. Один сломан, и другого называется. Подожди, сколько здесь восстановления? 4,5%. Там не реген, там просто восстановление. Блин, мне еще ничего не выпало. Интересно, если это взять. Потому что я им режу хорошо урон. Но при этом они сами себя не так сильно пробивают. Как этого пройти, не знаете? И я не знаю. Только потеряв Аегу. По-другому я бы его не прошел. Да сейчас. Сейчас идем. Наконец-то. Хоть куча выпала.
А еще, еще 25 волн, чтобы было 100% урона? Примерно, примерно. Главное, у меня в этой игре была пассивка Бристлбека. Я ее просто скипнул. А, нет, у меня был кулспрей. Я его просто скипнул. Лобак, да, сейчас пойдем. Сейчас мы постакаем чуть-чуть винера. Просто прикольно, когда у тебя с каждым стаком прохождение волны увеличит скачущий урон. Это же прикольно. Гостя там лагануло. Ну блин, ну почему вы такие жесткие? Ладно, GG.